Здорово всем, очередной раз на тихой охоте. Приехали мы сегодня в секретное место, надеясь, что тут будет миллиард белых грибов, как нам сказали. Но то ли мы нашли не то место, но что-то как-то пока не очень. Заброшенные ангары кое-где, здесь не видно, наверное. Вот она, брошенная ангара. Тут они везде по периметру. Ну, старая немецкая часть. Точнее, наша часть не немецкая. Ходим пока. Пока только несколько подосиночков дернули. Белячков нет. Ну, только начали. Может, приехали не сюда. Что неделю назад было дохерища тут белых. По рассказам. Пока что белых нет. Ну, будем искать. На то иная охота. Думали, будет собираться сегодня. На самом деле, ни хрена. Будет охота. Будем искать это место, а если найдем, то покажем. А то уж, блин, ведер набрали пакетов, сейчас будем, придем сейчас чикать грибочки, нихера. Ладно. Что найдем, покажем. Что не найдем, как говорится, не покажем. Продолжаем искать. Первый белый за сегодня. Потому что на месте секрета у нас ничего не получилось сегодня найти. Поэтому мы сегодня ходим по местам не секретно. Первый зачетный грибок. Хорошо. Подосиночек такой, заслуживающий внимания. Красивенький. Отлично. Зато какие, какие тут подосиночки сочные. Не то что там. Прям вообще. Охренеть. О, какие классные. Ну, лес сегодня другой, светленький. Отлично. Это какие-то непонятные съедобные грибы. Брать мы сегодня их не будем, потому что около грибов таких растут у нас. Классические грибы сегодня попадаются довольно часто. И тут пока около них еще тут одно замечательное действие происходит. Ой. О. Вырос под деревом. Спрятался. Гад такой. Ты хотел спрятаться от нас, да? А не получится. Заберем. Это должен быть беляк, по идее. Внешнему виду похож. Значит, точку надо включать. Посмотрим. Старенький. Старенький белячок. Ну ладно. Можно засушку возьму. Что-то нам опять не везет. Идет дождь, блин. Но зато беленький попадается, что не может не радовать. Зачет. Отлично. Очередной красавец, копилку. Как же мне нравятся беленькие, как они выглядят. Блин. Это же просто красота. Не только красивая, но и вкусная. Зачет. Очередной зачет. Там Андрюха на дороге мастята собирает. У меня что-то в лес потянуло. Не знаю почему бы. Свежеспиленный сосновый. Как всегда. Он тянет неспроста. Это, наверное, интуиция. Интуиция. Берем. Как всегда, мухоморы и один красавчик. Этот вообще второй, третий, блядь,
Дождь идет, камера мокнет, прям на ходу. Где еще один? О, четвертый. Сейчас сорву, блин, всех. Панасоник уже так промок, я уже боюсь за него. Поэтому будем дублировать на всепогодный GoPro 7. Как по-другому-то. Две камеры с собой. Красота. Четыре штуки с одного места. Вот такой у нас лес. Грибочки, грибочки. Беленькие наши. Один. И второй. А? Жалко, только Панасоник не хочет доставать. Здесь уже промок. И такие штуки я, кстати, тоже беру. Тоже хорошо, они были мягкие внутри. Если плотненькие, эти не очень. Тут еще подберезовочек затесался. Правда, херовенький. Нормуль. Подосиночки тоже выглядят издалека красивенько. Хорошо. Как красиво растут грибочки. Грибочки грибочистые. Натуральные. Чистые. Беленькие. Красота. Берем. Два бил. И куда сильно? Блин, классно. Вообще. Да штучку поставлю, блин. Вот это сладкая парочка. Офигеть. Велики? Да, вообще такие. Ой, красавцы. Классно, классно. Дождь только херачит, блин, достал уже, промок до трусов. Ну, пока еще нет, но спина вся промокла точно. У меня сбился прицел. Прошел мимо. Вроде как и заточен на белые. А подостарики он некрасивый. Красиво стоит. Можно показать. Красавчик. Под корягами. Растут. Нашли мы очередную точку. Один белый. Это вообще крохотуленько, малюсенькая, классненькая. Вот это большуденькая. Вообще, блин. О, какая ножка. Ножище, белище. О. Блин, надо бы сушилку покупать все-таки мне. И вот еще громадина, капец, просто как его понесу. Да, что-то сегодня по крупнику отлет. Удовольствия нету. Блин, скинули рюкзаки, ведра, походили вокруг, гора. Как что-то нести, мы еще до точки не дошли, до нужной. Сидем, не можем никак. Камера внутри лежит. Но я боюсь сейчас придется мне что-то в рюкзак запихивать. Ну, не
беленькие нас преследуют. Думаю, если ты зашел в лес, блядь, за полчаса, не набрал полбедра белых. Красота. Я тут. Пока нам зачастую можно там сразу, не отходя от кассы. Надо убрать такие. Вообще красавцы. Красавцы. Ой, блин, упали. Мухоморы, мухоморы. Целая куча мухоморов. Красивых таких, красных, пятнистых, ляпистых. Но мы их не берем. Но где-то здесь должны быть другие грибы. Сейчас будем искать. Потому что местечко такое хорошее. Елочки. Сейчас поищем. Я говорю, даже мы грибочки. Отошел буквально 5 метров в сторону. Один. И тут еще 4. Как они тут выросли, их не сорвали. Красота. Что называется, мухоморы рядышком. А, вот еще. Еще, наверное, один, да? А, этот уже почти что сгнил. Ладно. Хотел начать резать. Подошел Андрюха на мой крик. И мы вообще охуели. Ой, офигели. Вот еще тут. Тройняшка, четверняшка. Вот тут два. Вот тут еще вот один маленький. И все это возле, в 3 метрах от дороги. Да. Вот громадина стоит. Вот еще две громадины. Бля. Ой. Вон там еще не видно, здоровый. Капец, блин. Просто капец. Вот никто не ходит. Близко от дороги. Блин, еще вот тут все ходят по одному месту. Еще два. Еще два. Блин. Ёкарный бабай, а. Просто один красивее другого. Все у нас прямо на дороге практически. Вон там ведро стоит. Вон там гора белая. И здесь гора. Блин. Капец. Кучку. Полный капец. Пол рюкзака с одного пятачка. О, блин, как это донести? Это мы еще до места не дошли, до которого мы идем на точку в навигаторе. Охренеть. Ходим, собираем вокруг одного места. Все очень секретное теперь оно будет для нас. Просто эти черти. Я много чего не снимаю. Дабы. Ну, беленькие. Такие пруд. Просто пруд. По-моему, желание искать грибы в этом сезоне я уже тебе чуть-чуть так приубавил. Белых, блин, до зеленых пузырей мы собирали сегодня. До точки так мы не дошли. Вот что. Буквально от прошлого места отошли буквально там, не знаю, 100 метров, меньше даже, 50. Очередная куча. Ух, время до хера, уже надо домой идти. Ну, лес такой классный. Да не отпускает, блин. Дождь, правда, все идет. Но надо идти домой ехать. Сегодня рабочий день вообще-то, среда. Пустился, сам себя я отпустил, дабы поехать немножко пособирать еще. Надо будет еще сушилочку купить, ветерок 2, дабы это все обработать, чтобы полный рюкзак беленьких, еще 20-литровое почти что полное ведро, и еще до машины идти 1,5 километра. Поэтому
до точки очередного секрета мы не пойдем сейчас, а будем потихонечку возвращаться. Чем-нибудь по дороге еще найдем, я уверен. И дофига мухоморов везде. А, это дрожжалка. Они, кстати, съедобные. Да? Да. Мяу, пиу, пиу, пиу. Не дрожжалки, зато у нас более вкусные попались. Идем потихонечку домой. Не стали вообще здесь. Тупо идем по дороге. Пытаемся дойти. Да, тупо идем по дороге. Вообще тут такая красота. Так вот. О. О. Где-то тут вот еще Андрюха еще рядышком. Мне ж не видно. А вон тут стоит. По дороге. Где? А, это поганок. Еще, да, где-то? Нет, поганок. Это казалось поганок. Тут тупо идем по дороге. По просеке. Но нам это абсолютно не мешает идти очень эффективно домой. Очень эффективно мы идем домой. Я бы сказал, экстра эффективно. Замечательно. Такая у нас дорога домой. И беленькие растут под ногами. Кучка 300 рублей. Однако, классно. Вот и вышли мы из леса. Насыпали грибы, для чего аж теперь несем, бля. Так. Короче, сегодня было удачно, да? Да. Сегодня был удачный день, чего я вам желаю. Промотки как собаки до нитки. Едем домой. Как говорится, всем пока. Удачной охоты.